у русских писателей? Если да, то кто ваш любимый и какое произведение у него, может, у нее понравилось больше всего? Видишь, у него рядом прям припочек. Thank you.
социальных сетей, Инстаграма, Фейсбука. Я очень люблю встречаться с людьми, чтобы у нас было живое общение. И фотографии тоже хорошо. Более тесно пообщаться с моими друзьями. Я сейчас обращусь к вам, Кубу. Вот эти арки вы хотите подарить, да? Соберите все, что вы хотите подарить, и кто-нибудь из представителей ваш выйдет потом на сцену, да? Собирайте свои подарочки. Следующий вопрос. Бывало ли такое, что роль повлияла на ваш собственный характер? Если да, то какая это была роль? So, no, I'm
тревожный в итоге. И приедете ли вы сюда еще раз? Аплодируем.
где у нас фотодвижение? Кто-нибудь, поднимитесь к нам. Отлично. Давайте спиной к залу и все вместе, со всеми людьми. Здесь вы. Друзья, вас учить же не надо, да? Как надо приветствовать в центре спорта, да? Вопросы. Сейчас мы проводим девочек со сцены. Девчонки, спасибо большое. Can you please sing, I want to break
Thank you.
That's questions about a movie I did called A Dark Place or A Steel Country. It's got a couple of titles. And it's about a character who's got, who's on the autistic scale, on the spectrum. And that was a very special character for me again. It's very important to me in the characters that I play that, not just the characters I play, but that on film we see all types of humanity represented. So there are some people here today, I'm sure, who have Asperger's syndrome or on the autistic scale. I really admire at events like this, cons all around the world, people who are brave enough to be different and to dress up as their favorite characters and to use their imagination, because this is a very positive atmosphere here. A lot of the films in the world are about violence and dark subjects. So that character is somebody who thinks differently to regular people, and so that's why I connected with it. So it's a film that я работаю уже 20 лет, и
самое приятное в работе – это совместная работа с потрясающими актерами. Ну, например, с Бенедиктом из Фиби было просто здорово. И важно тоже понимать, что актер не чем занимается, он играет, да? В каком-то смысле нужно это воспринимать слишком серьезно, потому что это как вот, когда ты играешь в игры, так же и на сцене, или в кино, это, по большому счету, ты будешь играть. The last question, we are here. Hello, Andrew. Hi. Two people.